Приветствую, приветствую всех поехавших любителей Металлопоиска. Респект прошаренным. Итак, 16 августа, 12:50. Продолжаем пробивать леса. Фух. Жарище сегодня что-то вообще. Жарище попалось. Короче, интересная гильза от ружья. Интересная гильза. Я такого клейма еще не видел. Похоже, немецкая какая-то. Ну-ка. Шонебек. Если я правильно читаю. Ну, как-то так. Вот кто знает, подскажите, что это за гильза, каких годов? 16 SB. Вверху. Прикольно. Так, походил сейчас. Сейчас уже пару часиков походил. Но что-то ничего не было. Так, ходячка попалась. Металл немножечко с этой цветника. Глянем, что будет дальше. Всех от души приветствую, дорогие друзья. Респект прошаренным. Рексующий. Респект рексующему. Че, жарко, да? Жарко, жарище. Сука там, 26 градусов сегодня, блин. Я уже отвык от жары тут опять. Поедем сейчас пробьем место по железу, короче. У меня тут накопилось, я тут на велике, короче, килограмм по 20, по 30 вот из лесу таскал. Накопилось немножечко. Вон, под курткой мешок. Вот всякая фигнюшечка, всякая жбонь. От кабеля обмотка. Разрезал этот движок от холодильника, ну и вот еще по мелочи. Сейчас заедем, это сначала свое сдам. И еще за металлом поедем. Вот, тоже всякие шестеренки от трактора. Номер даже от мотоцикла, похоже. Прикольно. Вот какая-то фигнюшка такая существенная. Лезвие. Еще мешок обмотки от кабелей. Вот это все на велике притащил. В общем, гоним. Посмотрим, может, сегодня что-нибудь еще найдем. Есть одно место, хочу давно пробить. Посмотрим, что там. Респект прошаренным. Итак, пробьем местечко по железячкам, да? Сейчас заехали на приемку, сдали мою партию. В общем, 110 килограмм там вышло на 1500. Че ты, Андрюха, настроен на успех? Да. Думаешь, успешное будет мероприятие? Конечно. Красота. Блин, травище, конечно. Но что поделать? Что поделать? Ты должен настроиться. По максимальному дергать железяку. Жарище, блин, страшное. С носа капает. Короче, прошлись. Ну, травы дофига, метровая крапива стоит вон там, как раз на месте. Где предположительно что-то было. Ни хрена ничего не нашли. Нашел вот такую вот какую-то вилочку. Ну, похоже, ранняя какая-то. Ранняя советская. Может быть, даже царская, непонятно. Ну, такую я еще, хотя, может быть, и поднимал, не помню уже. В общем, надо ехать на другое какое-то место. Там он чуть подальше, возле трассы. Вот какие-то железяки попадались, как-то заезжали. Может, туда сейчас отгоним. В общем, гоним. Так, место номер 2. Ну что, братаны, жарище страшно, тем не менее, я такого еще не находил. Фу, я задолбался, когда тут дом стоял. О, смотри, подошва, кованые гвозди. О, лампа, елки-палки, блин. Понял, Андрюха, мы теперь крутые с лампой будем. Да, керосинка. Главное, блин, гвозди-то кованые идут, может, старый дом. Ты смотри-ка, а? Что-то без крутилки. А тут она железная, похоже, да? А нет, это заправлять. Это заправлять. Ну. Лампа. Блин, глубоко, нифига себе. Ништяк, да? А что это? Культурный слой. Все идет? Ну, пошел перегной. Гвозди кованые пошли. Ты смотри-ка, а? Прикольно. Ну, да. Ну, вот река здесь была. Фух.
Покидай мешок. Там тоже можно лежать. Пошло? Угу. Ну, так. Истинно народный, что откопал, показывай. Под лампой, короче. О, стекло пошло. Блин, глаза слезятся. Пот же заливает. Интересно, нет? Блин, чуть-чуть битая. Чернильница, что ли? Чернильница, да, без этого. Смотри, без швов. Походу, старенькая. Ну, с резьбой. А, не-не. Или подожди, не, есть швы. Раннесоветская какая-то, ну. Прикольно. Надо еще шурфануть тут, блин. Ну вот. Какой, сантиметров 40, наверное. Ну да, вот. Искать близко. Штыка 3, блин. Оттуда пошла. Копаем. Зашибись. Копаем хоть что-то, да? Хоть совета, и вот то хорошо. Вот он, пятак. Вот, скорее всего, здесь дом и стоял. В какой стране живешь? Советы есть? Все время пошло. Коля здесь начал шурфить, углубляться. Я капаю все. Вон, еще одно. Жарище. Да положи это самое. Ну пока советское. Нашел. Так, вот откопал, смотрите. Ой. Вот. Гирьку от весов, килограммовая. Там что-то написано, смотри. Здесь буквы вот какие-то. НРМ или что-то. НРМ. С этой стороны непонятно, тоже что-то. Уже завертел. И откопал вот он, смотрите, вот. Что-то торчит бутылка. Стекло. Блин, надо аккуратненько. Аккуратненько надо. Прямо снизу под это. Не, так разбить можно. А там опять сапоги какие-то пошли. Вон, сапоги. Детские какие-то галоши. О! Ух ты! Это, наверное, из-под шампуня. Ну, тоже советская. Тоже советская. Ну, прикольно, что? Все равно. О! Узорчики. Понял, да? Под шампуня. Ой! Пошли эти. Керамика блюдца пошла. Блин, ну я кованые гвозди видел, слушай. Крышечка какая-то. О, керамика. Блюдца пошли. Что там нету? Вон на второй. Вон, Коль, этот. Да что-то есть. Клеймо. Вон, клеймо прямо вон целое. Вон еще клеймо. На, читай там. Разбирайся. Тут еще, походу, на подходе. Кирпич. Песочная. 56-й год, что ли. О, еще бутылка, слушай. Еще. Убери лопату. О, еще какая-то бутылка. Да вы сегодня, Николай, спец по бутылкам. Давай, откапывай. Боярышниковых дел мастера. 56-й год. Написано там? Да. Песочная. Первый сорт. 56-й год. Бутылочка, чувствую, боже. Давай. Ты погоди, блин. Я тогда, блин, как тогда в Салскую года два назад с орлами, блин, разбил. Потери из потерь было. Сапоги, блин, тут галоши какие-то. Здесь стоял магазин, продавали бутылки и галоши. Оп. Оп, слушай, большая, из-под вина, может быть. Шампанское. Шампанское, советское. Ух, тяжелая. Что-то грязь набили, что-то. Капитан Флинт пил из таких бутылок. Ну что, Коля, какие прогнозы? Ну, хоть стой, там что-то опять хрустит у тебя под лопатой. А, да. Да. О, то ли я разбил. Не. А может, и я разбил, слушай. Из-под чернил чернильница. Такая же, еще одна. Походу, я разбил.
Так. Аккуратнее надо, блин. Аккуратней. О, слушай, там что-то еще. Там еще. Вот еще одна. Слушай, это походу помойка была, может быть. Да хер его знает. Это бутылек вот из-под лекарств, скорее всего, какой-то. Да. Не, ну кое. Да не, на бугорке. Бугорок, значит, дом. Ну вот столько стекла, откуда? И что, откуда? У него же было такое. Все битое было. Вот посмотри, Коля как углубился уже по колено. Да фигня еще. Ну где там полтинники-то советские, а? Где? Захотел полтинники советские. Хочу полтишки.